Какой самый лучший приз для мастера татуажа? Какой кубок? Какого чемпионата? Смотрите это видео до конца, я вам расскажу. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студий татуажа и сети школ татуажа. Я ненавижу конференции. Мне никогда не были интересны чемпионаты, я не хотела в них участвовать. И более того, я участвовала в них в качестве судьи потом, спустя большое количество времени, когда я уже стала очень опытным и известным мастером. И мне не нравится вся эта изнанка, мне не нравится предвзятость судей, мне не нравится, когда я вижу, как расстраиваются хорошие мастера, которые не выиграли приз. Или как смеются и смущаются мастера, и да и сами организаторы, когда вручают победителям свои пластмассовые кубки, покрытые ненастоящим золотом. Я принимала участие и в конференциях, я была судьей на нескольких чемпионатах, и я знаю эту кухню изнутри. Спасибо, не надо. Если когда-нибудь я все-таки приеду на какую-нибудь конференцию, то это возможно только для личной встречи с моими подписчиками, для личного общения, но не для продвижения. Я умею это делать на других площадках. Кстати, о продвижении. Если вы вдруг не знали, то я создала много онлайн-курсов и вебинаров о татуаже. В них вы можете почерпнуть огромное количество важной для вас информации. Ссылка на них будет в описании к этому видео. Перейдите по ссылке в описании к этому видео. Там есть все, что поможет мастеру татуажа выжить на этом диком конкурентном рынке. Очень часто меня спрашивают, а будет ли сертификат после прохождения курсов? Я сама проходила очень много обучения и не храню ни одного сертификата. Но, конечно, есть категория людей, для которых сертификаты очень важны, и есть клиенты, которым важны сертификаты их мастеров. Я ни за что не дам сертификат просто так, просто потому что вы прошли мой курс или вебинар. Нет, вы должны обязательно сдать экзамен. И только если вы его сдадите, вы получите сертификат. Кстати, я видела, как после одного из вебинаров моей работы, которая у меня работала 5 лет и добилась сама всего сама, было вывешено объявление, что те, кто прошел сертификат, в шапке профиля ссылка на сертификат, скачайте его, впишите туда свое имя, и это же жесть вообще, этот сертификат скачали наверняка все, и он обесценил полностью труд преподавателя, ну, на мой взгляд. Поэтому, преподаватели, не делайте так никогда, это неправильно. Если у мастеров есть потребность самоутверждаться за счет дипломов и кубков, у клиентов есть доверие к таким мастерам, то почему бы им не дать такую возможность? Но только если приз будет действительно ценным. Не тот кусок пластика, покрытый ненастоящим золотом, а приз, который стоит сотни тысяч рублей. И пусть я на этом ничего особо не заработаю, но мастера, получившие этот приз, будут его действительно по-настоящему достойны. А почему? Потому что они по-настоящему сдадут экзамены, а принимать я их буду лично. Что это за экзамены? Вы должны будете сдать их в 6 номинациях. Это брови в технике растушевка, это брови в технике волоски азиатская схема и европейская схема. Это веки в технике стрелка плотная, веки в технике теневая стрелка, а губы в любой технике, какую выберете. Вы можете быть очень опытным уже, классным мастером и сдать экзамены вообще вот так, с лету, сразу. Или вы можете в себе немного сомневаться, и тогда я дам вам бесплатный доступ ко всем абсолютно моим вебинарам и онлайн-курсам. Ко всем, которые вышли и которые будут выходить в течение года. И у вас будет полгода, чтобы все это изучить и стать действительно великолепным мастером. Мотивация огонь, да? Давайте я расскажу о ней поподробнее. Машинка выполнена из латуни и покрыта настоящим золотом 999 пробы. Рука выполнена тоже из латуни и покрыта ювелирным никелем. Все это великолепие стоит на камне из змеевика. И все это весит практически 2 килограмма. Мы взвесили килограмм 900 с чем-то грамм. Вот стоимость изготовления этого сувенира. Все это обошлось нам в 120 тысяч рублей. Представьте, как она стоит на полке в вашей процедурной. Представили? Но и этого мало. Помимо того, что вы получите этот великолепный приз, вы приобретете новые навыки и знания, еще ваше имя будет размещено на специальном сайте, посвященном этому конкурсу. И это будет золотой стандарт мастеров татуажа. И все желающие сделать у вас процедуру или, может быть, обучиться у вас, посмотрев и найдя вас на этом сайте, будут уверены в том, что все мастера, представленные на этом сайте, настоящие профессионалы. И я специально ограничила количество участников на сайте. Будут выставлены только 100 мастеров, не больше. Что нужно сделать для того, чтобы стать обладателем этой охуенной статуэтки?
Шаг номер один. В описании к этому видео посмотрите ссылку и подайте заявку в клуб. Шаг номер два. После того, как вы оплатите членский взнос в 100 тысяч рублей, вы получите доступ ко всем абсолютно вебинарам и обучающим видео, которые я копила 9 лет, и ко всем, которые выйдут в течение ближайшего года. Шаг номер три. У вас есть полгода для того, чтобы сдать мне 6 экзаменов. Это, напоминаю, брови в технике растушевка, брови в технике волоски азиатская и европейская схемы, глаза в технике теневая стрелка, глаза в технике плотная стрелка, губы в технике, которую вы сами выберете. Вы можете вообще не смотреть эти вебинары, если вы просто классный мастер и уверены, что сдадите экзамены, и статуэтка будет ваша. Шаг номер четыре. Мы отправим вам приз с именной табличкой в любую точку планеты совершенно бесплатно. Я сделаю анонс и разбор вашей работы на своем канале и в Instagram и включу вас в список лучших мастеров на сайте клуба «Золотая машинка». Всего статуэток будет 100 по количеству участников. Если вы считаете себя достаточно сильным мастером татуажа, переходите по ссылке в описании к этому видео и регистрируйтесь прямо сейчас. Не ссать, у вас все получится!